Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 14 августа 2022 года, встретил в сети интернет такую вот интересную информацию и фотографию. В Филиппинах запечатлели огромную летучую мышь. Вдумайтесь, ростом у 1,5 метра. Да-да, я тоже подумал сначала, что это какой-то фотошоп, ерунда какая-то. Но это реально. Она такого размера. Но она безобидная, так как травоядная. В природе это существо именуется гривастым ацеродоном, ацеродоном. И обычно оно более скромных размеров. Но этот фактически мутант. Вот посмотрите на него, 1,5 метра такое чудо висит. Представьте, вы ходите у себя на даче или в частном доме, а вот такая вот летучая мышь, которая питается вашей капустой, висит 1,5-метровая на чердаке. Это просто какой-то трэш. Я 50 на 50 считаю, что, может быть, это какой-то фотошоп, но я лично склонен верить, что это такое может быть. А вы вот как считаете, напишите в комментариях.